Здравствуйте, мои дорогие. Вот, наконец-то я села. Буду вам снимать новиночку из прошлого обзора. Я ее купила на рынке, на центральном, для девочек из Кишинева, говорю, потому что у Ивана Ивановича я очень хорошо держала себя в руках, да, ничего себе не купила, но я зареклась не покупать ничего, ну, только то, что я, как бы, если... боюсь, что такое может не встретиться, то уже некуда деваться, да, и покупаем. Видите, у нас очень такие интересные листья, как будто загорелые, как будто мне хоек напоминают, хои так загорают, вот такой коричневато-бордовый оттенок, видите? Я прямо рассматривала, но это точно, это пигмент. Так, скажем, повернуть, видите, да? Прям видно, что просто вот она так красиво загорает. Вот. Так, долго мучить вас не буду. Ничего тут нету. Ну, в смысле, корни есть, все в порядке. Девочка такая в хорошем состоянии, ну, не могу сказать, что прям тут полно корней, видите, ну, есть, и даже, видите, тут у нас такой зелененький кончик. Давайте покажу, кто это. Да, давайте с изнанки сначала. Ну, по изнанке видно, что... да, это бантик, это красивая такая бабулеточка. Вот она кто. Вот. Так, покажись. Покажись нам. Вот такая милашка. Мне она вся... Так, как вам показать? Она вся такая ярко-малиново-неоновая. Если... Даже не знаю, как поймать, но вот этот неончик у нее так красиво играет. Я ее же купила на рынке. А там, ну, там не солнышко, там под навесом, но все равно там при дневном освещении, там прям солнышко не было, но все-таки дневное освещение прямо вот играл этот неончик, он красивый. Ну, видно чуть-чуть, да, как прям горит. Горит неончик. Такая красивая. Она такая венозная. В принципе, наверное, вот петали, это из-за мутации она вот такого оттенка, но вот по сепалям видно, какая бы она была без мутации, какая-то вот венозная такая, полосатик, красивый, все бутончики, она уже, видите, начала у меня, когда я вам снимала этот обзор, вот уже не помню, пятница это была, не помните? По-моему, да. Да, по-моему, пятница. Вот сегодня понедельник, она вот начала... Это все цветочки были целые. Видите, и бутончик начал желтеть. Вот он, видите? Ну, он еще как бы держится, но все, видно, что он желтит. Я смотрела по бутончикам. Все в мутации. У бабулеток, у бантиков... Форма бутонов очень интересная. Она вот или вот такая квадратная какая-то, видите, вот приплюснутый конь, этот носик, не тонкий такой, не остренький, да, более приплюснутый, первое эту. И вот можно даже в маленьких бутончиках заметить, что вот тут может быть какая-то вот рюшистость, какая-то неровность вот края. Тут вот сепалии. Мы в бутоне видим вообще-то сепалии. Вот по даже можно видеть, что там внутри, вот видите, прям вот этот, тут видно прям, вот, и вот эта пупырышка, это у нас защипчик, вот, от петали уже видим. И все бутончики у нас вот такие квадратненькие, такие, а те, которые побольше, даже вот такие. С язычком все уже видно, что там. Тут, смотрите, видите, тоже они... Ой, так.
Вот так. Они тоже, видите, тоже такие квадратненькие, тоже не остренькие, а такие приплюснутые. Вот такая красотка. Ну, вот такую я никогда не видела, она впервые мне встретилась. Вот такая бабулеточка. И поэтому я подумала, ну, как оставить? Ну, как оставить? Вот такая милашка. Она мне очень так приглянулась. Такая она горящая, неоновая. Да. И никак я себя сдержать не смогла. Взяла я ее. Вы на моем месте что бы сделали? Как бы поступили? Красотку такую оставили? И листья у нее красивые. И вообще она в хорошем состоянии, такая аккуратненькая. Молодец, девочка. Вот такая бабулеточка. Бантик у меня такой появился. Хорошо, что у нас вроде бы сейчас так нормальные цены на цветочки. Недорогие у нас цветочки. Хотя, вот видите, это практически был завоз на 1 сентября. Могли бы и повысить цены. Ну, вроде бы я так... Ну, я не везде была. Ну, вот так цены как бы не вскочили сильно. Вот такая. Если кто-то узнал мою девочку, потому что имени у нас... не видно, да, и мне бы интересно было бы знать, кто ты такая. Если вы узнаете, кто это может быть, подскажите мне. Красоточка, миленькая такая. Вот так, вот, показала вам и новиночку. У меня прямо даже на выходных... И парочку цветочков орхидеи пересаживала. И хой тоже. Ну так, быстренько, времени не было снимать. Но нужно было такие самые срочные. Потому что у нас уже спала жара. Ночи у нас уже такие прохладные. Ну, слава богу, потому что сложно, сложно цветочками. И вы знаете... Так интересно, у некоторых именно сейчас начинаются какие-то проявления. Вот они как бы, пока была вот эта наша жара, они как бы были в ступоре, а теперь начали, ну, у многих, что я заметила, многие желтят нижние листья. Вот так, ну, правильно вроде бы, но видно, что им было тяжело все это время, и им нужно вернуть силы. Вот так. Ну, об этом как-то надеюсь, что будет время. Еще вам поснимаю что-то. Хотя сейчас... я бы очень хотела. Сейчас, ну, конечно, цветущих не будет скоро. Но зато, в принципе, у нас где-то к концу сентября я уже начинаю считать цветоносы. Да, уже смотрю... Так что это скоро, это очень скоро. Вот эта пора мне очень по душе, очень нравится. Так что будем считать по осени, будем считать цветоносики. Вот так. Все, мои дорогие, всех вас целую, обнимаю. До скорого. Очень надеюсь, что быстренько-быстренько будет повод какой-то хороший, надеюсь. Поснимать еще для вас и увидеться с вами. Пока, мои дорогие, всех вас целую, заходите еще. Пока!